Сегодня мы находимся на крупнейшей международной выставке пищевой промышленности World Food Istanbul 2023. Этот фестиваль еды проводится уже в 31 раз и в этом году обещает стать крупнейшим и рекордным по числу участников. Российская национальная экспозиция на World Food 2023 стала одной из самых крупных. Она занимает площадь больше 600 квадратных метров. Здесь свою продукцию представили больше 30 производителей продуктов питания и напитков. Сейчас мы будем пробовать деликатес из России. Лучше всего дегустировать икру без каких-либо ингредиентов дополнительных. То есть ни хлеб, ни масло. Так, пробуем. Давно не ел черную икру. Очень нежный, сливочный такой вкус. Так и должно быть. Именно такие характеристики присущи. То есть сейчас мы попробовали... Это русско-сибирский осетр. Русско-сибирский осетр. Мы находимся в Санкт-Петербурге. Это фабрика «Пурпур». Мы делаем только из натурального шоколада сладости. У нас есть трюфели, у нас есть подарочные коробки. У нас есть марципановый батончик, плитки и даже конфеты с янтарем. Производим разные виды сухофруктов, а именно изюм, курагу, чернослив, а также у нас есть арахис тоже. Экспортируем более чем 25 стран мира. А здесь мы видим, как фирма из Мерсина, которая производит халву и другие сладости, показывает нам полный цикл производства кунжутной пасты, тахини. Здесь семена кунжута медленно идут к камню, который перемалывает семена, и отсюда выходит готовая кунжутная паста. Şekercilik, pişmaniye ve lokum üzerine. Gruplarımızda bizim glikoz yoktur. Yani o bir özelliktir. Gül yapraklı, içi fıstıklı. Bu ürün lotus bisküvi. Yeni bir trend bu. Bu içi narlı, fındıklı, dışı sarma. Bu Antep fıstıklı yine. Bu elmalı. Один из самых небольших, но очень интересных стендов из Туркменистана. Ребята привезли сюда туркменский квас. Оказывается, бывает и такой. Квас мы производим на основе уже сложившихся древних традиций славянских. Все ингредиенты у нас тоже мы везем с России. Банки у нас украинские используются тоже. Ох, какой пенный. Да. Ну, вкус настоящего хлебного такого класса, но с какой-то такой изюминкой. Наверное, это и есть туркменская изюминка этого класса. В этом году выставку посетят около 60 тысяч человек. Это рекордная цифра для World Food Istanbul. А география участников – 44 страны.